Москва, с днем рождения! 869 лет. Невероятная дата, с которой хочется поздравить. И сегодня вас будут поздравлять самые любимые артисты радиодачи. Радиодача тоже именинница в этом году. Мы отмечаем 10 лет в эфире. Двойной праздник, двойное удовольствие. Больше поводов для того, чтобы отметить это яркое, незабываемое событие. Любимой столице, и помогает нам отмечать группа ПМ. Друзья, скажите, пожалуйста, какое у вас в Москве самое любимое место? Садовое кольцо ночью, когда можно ездить кругами без пробок. Обожаю Патриарши, обожаю все, что связано с районом метро Кропоткинская, Тушино, текстильщики, Кузьминки, Химки. Красная площадь. Я не вру, мне очень нравится, мое любимое место. Серебряный Бор. Там всегда классно, но диски, пляж есть. Любимое мое местечко в Москве – это Старый Арбат. Там, где родился, там самый любимый район. В районе метро «Аэропорт». Это Большой Тишинский переулок, дом 9, квартира 10. Это было деревянное такое построение, двухэтажное. Удивительное место. Это были сараи с дровами. Ну, все как здорово было, как нравится детям. Самый потрясающий город Земли. Нигде бы не хотела жить, только здесь. Здесь самые красивые люди, самые талантливые. Есть наша любимая радиостанция. Не хватает в Москве. Не хватает парковок. Но это, я думаю, вопрос такой, который не обсуждается сейчас. Я родом из города Вологды. Вот. Не хватает настоящего вологодского масла. Продавайте вологодское масло. Оно классное. Настолько удивительно за последние 2-3 года преобразился город, что, наверное, я даже не мечтала даже пожелать такого, что есть сейчас. Безусловно, многие могут сказать, что ну, сейчас да, какие-то неудобства, там на машине сложно ехать, постоянно что-то сверлять, что-то делать какие-то. Но, друзья, это же все во благо для нас, для Москвы. Хорошо сейчас выглядит, потрясающе, очень много изменений в хорошую сторону. В лучшую, безусловно. Во всяком случае, то, что у меня сейчас возле дома такое строительство идет, это не было много-много лет, да. И из нее сделать что-то плохое просто не получится, потому что есть мы, и мы всегда и этот город украсим. Наша столица – самая лучшая столица мира! Ура! С днем рождения! Москва! Пригласили тебя на день рождения «Радиодача». Что ты даришь нам? Ой, друзья, ну, во-первых, я дарю вам солнечное желтое настроение. Берем. К сожалению, с собой ничего нет. Но есть вы. Ну вот, пожалуйста, забирайте меня. «Радиодача» звучит не только на даче, но и по всему миру. Переходим ко вселенскому масштабу. Я искренне удивлена, что любимая радиостанция всего 10 лет. Мне кажется, ребята, что вы были вечно, всегда рядом с нами. Радиодача добрая, щедрая. 10 лет вместе, 10 лет они крутят две мои песни. Надеюсь, что в честь этого десятилетия появится еще парочка. Мне приятно быть частичкой вас. Я вас очень-очень люблю. Чтобы всегда, куда ты ни приходил, всегда говорили, мы слушаем «Радиодачу». Вы самое популярное радио, одно из самых популярных в Москве, и вы в наших сердцах всегда. И для вас наша песня. Многое лето, многое лето, многое лето. Хо-хо! Happy birthday to you. Нам хорошо там, где есть. Там, где есть «Радиодача». «Радиодача»! Сегодня уникальный праздник. Сегодня все ведущие «Радиодачи» здесь, на Поклонной горе. И мы поздравляем любимую радиостанцию с днем рождения! Ура!